Что ж, всем здравствуйте, дорогие друзья, а с вами Великолепная Четверка, и перед началом просмотра данного видеоролика я бы хотел вам поведать, так сказать, почему за кадром лишь один голос и куда пропал второй. Все очень просто, и в принципе здесь нечего-то рассказывать, мы просто не можем никак собраться, не можем никак собраться и записать все в один видеоролик. И мы пытались с ним, но произошли технические неполадки. Он написал об этом в комментариях под позапрошлым видеороликом. Если вам будет интересно, можете ознакомиться. Вот, подсказочка будет вверху. И мне пришлось перезаписывать данный видеоролик, но самому, собственными силами, самому записать все это. Конечно, это не так будет интересно, как озвучка наша в ДЗМ, но что есть. Также я хотел поговорить с вами насчет игры. Почему не выходит видео на игры? Это они никуда не пропали, они будут выходить, и уже скоро я уже готовлю, я уже снимаю новый видосик по одной интересной игре. Всем спасибо за внимание. Ну что ж, приятного просмотра. Студия Leonted Movies представляет фильм 9, производство Shawarma Studios. Половина жизни. В главных ролях Том Круз в роли Джеки Таза, Джонатан Тейлор в роли Брюс Ли, Диего Лавоне в роли Джонни Хлеб. В предыдущих сериях. Будет жарко. А? Кто это? Что ему от меня надо? Здравствуйте. А как ты оказался, говоришь, в этой группировке? Совершенно случайно, меня просто завербовали. Понятно. Итак, парни, вы мне нужны для одного дела. Вы понимаете. Да, вы мне уже объясняли, но новенькие, сами понимаете. Не надо, парни, прошу, не только не об этом. Ну что, поехали? Да, тем более, что кое-кто не заплатил за парковку. Просто выполните все условия, и на этом разойдемся. Вы не понимаете, мы к этому готовились, мы ко всему этому готовились. Мы тоже. Мы все-таки специальная служба, а не просто какие-то полицейские. Мы все про вас знаем, абсолютно все. Только если... Да, вы не знаете, где бомба. Что?! Похоже, это была ловушка. Что это было? Как? Как он мог меня обдурить? Как? Все еще никак не могу отойти от этого дыма. Здравствуйте, агент Ти. Здравствуйте. Надеюсь, вы понимаете, что я пришел не просто поздороваться. Конечно, я все понимаю. Вы хотите уволить меня? Да, вы не справились с заданием. Нам придется вас уволить. Но неужели я не могу никак исправиться? Боюсь, нет. Вы подорвали наше доверие к вам. Вам придется на время скрыться. Мы не можем больше доверять вам. Все, что я могу вам пожелать, это скрыться на время.
Все события и персонажи этого фильма вымышлены, и любое совпадение с реальными людьми, живыми или мертвыми, абсолютно случайны.